Приветствую всех зрителей телеканала «Донбасс». На ваших экранах прогноз погоды, а это значит, что уже через несколько минут вы узнаете все о планах природы на пятницу 19 мая. Я, Николай Диденко, с удовольствием предоставлю вам эту информацию. Синоптики вновь пророчат жителям Украины пасмурное небо, осадки и местами грозы. Ну и прояснений на украинском небосводе в этот день будет достаточно. Средняя дневная температура воздуха 17 градусов выше 0. А сейчас самое время рассмотреть синоптическую картину более детально. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 5 до 20 градусов тепла. В основном в регионе будет наблюдаться переменная облачность. Дождь пройдет лишь в Черкассах в вечерние часы. Тогда же в городе прогремит гроза. На юге страны термометры в течение суток покажут от 8 до 20 градусов со знаком «плюс». Ночь во всем регионе выдастся ясной, но с рассветом легкие облака появятся в Херсоне и Одессе. Но осадков они за собой не принесут. 19 мая Луна переходит в созвездие Рыб. Специалисты утверждают, что это благоприятное время для посадки ягод и ягодных кустарников, особенно земляники и малины. Также этот период является удачным для высадки рассады, овощных растений и заготовки черенков. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 8 и 21 градуса выше 0. В Ровно и Ивано-Франковске прогнозируется облачность с прояснениями с ночи и до позднего вечера. А вот во Львове после облачной ночи наступит ясный день и без осадков. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 5 градусов, а максимальная дневная достигнет 21 градуса тепла. В течение целых суток облака будут то расходиться, то вновь собираться над регионом. В суммах днем и вечером предвещаются дожди. В некоторых восточных областях также пройдут дожди и прогремят грозы. Согласно данным синоптика, в течение суток местные термометры покажут от 4 до 21 градуса выше 0. Атмосферное давление в пятницу составит 762 миллиметра ртутного столба. При этом влажность воздуха местами достигнет 90%. И сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 4-5 градуса тепла, а днем прогнозируется от 11 до 15 градусов, также со знаком «плюс». Здесь в течение целых суток будет царить переменная облачность. Дождь пройдет лишь в Северодонецке в дневное время. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 4-8 градусов выше 0, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 16 и 17 градусов тепла. В области на протяжении всего дня облачно с небольшими прояснениями. В Донецке вечерние часы предвещается дождь, возможно, с грозой. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 5-7 градусов тепла, а в дневное время от 16 до 21 градуса выше 0. Первая половина дня в области обещает быть ясной, но после полудня небо покроется небольшими облаками, что приведет к дождю в Павлограде и в областном центре без осадков, конечно же. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 10 до 20 градусов тепла день в Киеве ознаменуется переменной облачностью и отсутствием осадков. Теперь вы знаете, какой погодой порадует нас природа в пятницу 19 мая. Добра вам и позитивных эмоций! До встречи в нашей студии!